Про Гесперис я рассказывала. Я показывала в сюжетах. Мне очень нравится это растение, нежно цветущее, привлекающее пчел, разных насекомых. Простите, мои питомцы. Но хотела показать высоту. Покажу еще. Видите, какая высота? И эти растения как бы извиняются. Они прячутся в уголке. Мы не хотим создавать никакого дискомфорта. Вот, как размножаются семенами. Первый год дают листочки, а на второй год цветение. Но если мы их не будем выдергивать, каждое лето, каждую весну у нас будет вот это чудо с чудесным названием. Вечерница Матроны, Гесперис, Гесперис Матроны. Его еще называют французская сирень, почему-то от мамы перешло это, и называли его и раньше, но это чудо. А аромат, особенно по вечерам, замечательно. Покажу еще. Видите? И еще вместе.